Продолжаем программу «Доходное место». Жаклин Олейник. Артем Медведев. Говорим о свадьбах. И у нас в гостях Дарья Кудрявцева, организатор свадьб. И Андрей Власов, шеф-повар ресторана, присоединяется к нашей беседе. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. И вот недаром мы шеф-повара-то пригласили, по меню поговорить хочется. Да? У меня был такой случай неоднократно, когда приходили гости, точнее, в смысле, молодожены так. Будущие, как вы говорили, заказывали дегустацию. Я думала, ты женился неоднократно. Тьфу-тьфу-тьфу. Пока однократно. Точнее, много раз было. Заказывали меню, дегустировали, но в день заказа, уже вот в день свадьбы, да, приходили, и либо поменялся повар, либо что-то произошло. Но было все совершенно не так. Можете прокомментировать эту ситуацию? Почему такое? Вопиющий какой-то случай, если честно, вам попался, потому что на моей памяти такого не случается, потому что если подводит какая-то часть команды, да, там официант не справился, или повар заболел, или что-то еще, то обычно вытягивает остальная часть команды. То есть такого колоссального провала никогда не случается, и дай бог, что никогда не случится ни в моей, ни в вашей истории. Наверное. Андрей, все-таки на свадьбу готовить надо на много человек за один раз, и очень сложно соблюдать, чтобы каждое блюдо было вот вкусное-привкусное. Ну, если хороший ресторан с репутацией, то он не будет как-то, вот, как вы говорите, повар поменялся, это исключено. То есть вот все, что молодожены продегустировали накануне до этого, выбирая ресторан, выбирая меню, то в точности так и будет на столе для гостей. А если мы говорим о кейтеринге, например, неизвестно же, где готовится. Бывает, что кейтеринг от ресторанов, а бывает некий какой-то, где готовит тетя Валя дома какие-нибудь рулетики, например. Вот поэтому надо очень ответственно подходить к этой части свадьбы, как празднование. И кейтеринг, как правило, но лучше все-таки брать от ресторана, если это, например, какая-то выездная регистрация, вот что сейчас в тренде, это где-то на природе, да. Может быть, где-то в лофте. И именно брать от ресторана, заказывать кейтеринг от ресторана с репутацией, который ни в коем случае не подведет. А банкетное лучше тогда меню использовать, либо индивидуально работать? Самим составить. Да, самим. Лучше, ну, смотрите, есть разные варианты меню. Вот сейчас, например, все больше популярность набирает фуршетное меню. То есть не вот эти многочасовые посиделки за столом, а именно вот легкие закуски, легкие напитки, где молодожены комфортно себя чувствуют, не сидят за столом там много часов, там, принимая поздравления, подарки, а находятся среди гостей. Но опять же, то есть надо сказать, что не так уж прямо отрубать, что негде посидеть, Андрей имеет в виду, да, вы можете взять и посидеть где хотите, конечно, но без застолья. Да, вот, но единственное, тут такой момент есть, опять вспоминая свою свадьбу, мы как раз сосредоточились на развлекательной составляющей, и меню у нас было маленькие шашлычки, канапешки на такой манер, это был какой лохматый год, тогда не принято было, тогда застолья были. И взрослые гости не все были готовы к такому подходу. Им было странно, что фуршет, что маленькие столики, все сидят по интересам, ходят, переходят, официанты что-то подносят. Как здесь тогда? Где сердючка? Но, опять же, я не говорю совсем отказываться от банкета в классическом понимании. То есть это может быть некий welcome. Совсем с маленькими закусками, но более разнообразными, то есть разные там, и мясо, и рыба, морепродукты, что-то может быть вегетарианское, чтобы гость мог попробовать то-то-то, а потом уже перейти уже как к банкету. Даш, как мы рассчитываем меню на человека? Самый популярный вопрос. Есть некая сумма, да, это 3-4 тысячи рублей на персону, которая, наверное, сегодня является таким средним пластом, да, которым, на который можно ориентироваться. Это с учетом алкоголя? 3-4. Я думаю, что, наверное, уже нет. Уже мы алкоголь можем считать отдельно. Многие рестораны при заказе свадьбы там, или банкета разрешают принести свой алкоголь. Ну, это логично. Все к этому пришли и к этому придут рано или поздно. 3-4 тысячи, хорошо. А сколько там, может быть, какая-то есть граммовка, сколько салата, сколько горячего должно быть? Я думаю, Андрей, наверное, компетентный более в этом вопросе. Ну, да, как правило... Я хочу, извините, перебью. Специально хочу... Вот, вы такая хитрая, конечно. Я хотел два мнения услышать и сравнить. Я же не дарю вас. Мое мнение – 300 кило. Достаточно. Да, где-то от килограмма до 300 кило. Но в эту граммовку не входит торт. То есть торт считается отдельно.
Ну, не все едят торт. Не все доживают, да? Да. Это мы прекрасно понимаем. Хорошо. А самое популярное горячее сейчас, которое я заказываю? Слушайте, ну, горячее, как правило, заказывают там 2-3-4 вида и под опрос гостей. Это обязательно должно быть мясо, рыба, что-то может быть овощное, вегетарианское, mm-hmm. потому что сейчас все-таки ЗОЖ в моде, все mm-hmm. следят за этим. И вот, слушайте, хорошо, mm-hmm. какой вывод мы сделали, да? А что, кстати, салатов, кстати? Ну-ка, расскажите еще, какие салаты, как вот происходит сейчас? Мне нравятся сейчас? Салаты, когда в тарталетках, мне кажется, идеальный. Ну, это вариант, удобно, да, ты берешь фуршет. Сразу, да, на 1-2 укуса. Угу. А как фуршетное меню можно рассчитать 300 на человека? Это как это? Нет, будет? Фуршетное, конечно, меньше будет стоить. Фуршетное, конечно. До килограмма. Да. А как оно рассчитывается? То есть этот съест 2 бутербродика с этим? Это... Зависит от количества времени, которое гости планируют провести на празднике, да, на 2-3 часа достаточно, угу. там, не буду цифры вбиваться, угу. да, какого-то количества небольшого еды. Если мы полноценный праздник организовываем, то, конечно, нам нужны и горячие закуски, угу. даже в формате канапе, и какое-то горячее, может быть, там в мармитах или в каких-то угу. специальных приборах. А по опыту, какой процент, сколько еды остается в итоге? Не больше 10 обычно угу. процентов. Ребята уносят с собой счастливые в контейнерах или в ланчбоксах, потому угу. что не всегда молодожены успевают поесть на своей свадьбе. Это правда. Если бы не моя свидетельница, спасибо ей огромное, я бы осталась голодной. Она приносила мне все время шашлычки и подкидывала. У меня была потрясающая история, я вот сейчас ее расскажу. Мой один из друзей в конце свадьбы собрал целые контейнеры, пакет контейнеров. И потерял. В итоге никто не понял. Его все прокляли? Нет. Ну, в общем, на свадьбу что делать? Бывает разное. Хорошо. А дети, если присутствуют на свадьбе, как здесь? Обязательно мы это учитываем всегда и заказываем для детей детское меню. Оно есть практически сейчас уже на каждой площадке. Им делают какие-нибудь смешные котлетки, пюрешки. Наггетсы, картошку фри чаще всего заказывают детям. Еще напитки. Если идти просто в ресторан, часто бывает, что цена очень адекватная за горячее блюдо, но при этом напиток, обычный морс, сопоставим с этой стоимостью, как на свадьбах. Вода, если не разрешают принести с собой, морсы. Чаще всего это достаточно большие суммы, действительно, это правда. И это, наверное, обосновывается тем, что, может быть, на этой площадке не будут с вас брать пробковый сбор за алкоголь в таком случае. То есть всегда существует какой-то баланс. Нет таких площадок, которые берут деньги за все, и вам кажется, что вас обкрадывают и вообще несправедливо с вами поступают. Такого уже давно нет. Мы уже в 2019 году уже от этого отошли. Может быть, в 90-х еще где-то официанты забирали алкоголь после праздника, не дай бог, себе домой, или мог кто-то что-то там не доложить вам на блюдо. Сегодня мы с вами пообщаемся. Я думаю, вы меня поддержите об одном месте, всем известном. Хорошо. Андрей, у меня вот еще к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, надо ли на празднике удивлять гостей горячими закусками? Фазаном. Подача, может быть. Сейчас осетр. Все, как бы, тенденция идет к лаконичности. То есть вот фазаны, осетры, ну, они тоже имеют место быть, они присутствуют, но это уже отходит. Угу. Я бы вот посоветовал, чем вот прямо удивить, это... набирающая популярность, это вот вынос торта, называется 3D-мэппинг. Это когда 3D-проекция на торт, то есть там с музыкой, там очень круто. Очень красиво. Да, и потом это вот на видео остается там для молодоженов, для гостей. Все вот именно это вспоминают прямо. Вот вы сами затронули тему тортиков, и как раз на этом мы сконцентрируемся в следующей части нашей программы и представим наших гостей сегодня, что торт. Да, я просто говорю, если захотите такой торт, обращайтесь к нашим гостям. Дарья Кудрявцева, организатор свадеб, и Андрей Власов, шеф-повар ресторана. Спасибо вам большое, что к нам пришли.